Да, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Здравствуйте. Своим особым мнением сегодня с нами поделится Анатолий Чурин, депутат Законодательного собрания Кировской области 6-го действующего созыва, заместитель председателя комитета ОЗС по социальным вопросам. Все верно, Анатолий Николаевич? Добрый день. Добрый день. Да, напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте kirova.ru есть аудио- и видеотрансляция эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы свой вопрос, гостя особого мнения, могли задать. Ну, начну с вопроса вполне, наверное, понятного. После почти что 3 десятка лет руководства областным образованием вы оказались в областном ЗАГС-собрании. Ну, каковы впечатления, Анатолий Михайлович? Ну, честно скажу, от происходящего в областном парламенте? Пока не самое радужное. Пока не... Что, да. Что беспокоит? Ну, беспокоит прежде всего то, что нет, мне кажется, такого взаимодействия депутатов разных фракций. А я считал, что перед лицом серьезных проблем, перед которыми стоит область, нужно как-то отодвинуть свои партийные, так сказать, различия, противоречия и решать общую задачу. То есть вы отталкивались, видимо, от того, что все вы вроде как народные избранники, да, и да. На вас, на всех, вне зависимости от партийной принадлежности, люди какие-то надежды возлагают? Конечно, да? Ну, конечно, кто-то за нас голосовал, и нам бы хотелось, чтобы здесь все депутаты были едины в одном, решать проблемы, которые есть сегодня перед областью. К сожалению, вот это не происходит. И, на мой взгляд, более того, идет такое давление, может быть, такая целенаправленная политика, сделать законодательную власть карманной властью. Карманной властью у законодательной. Исполнительной чей власти. Карман ты имеешь в виду? Исполнительной власти. То есть, чтобы как можно меньше задумывались, как можно, так сказать, дружнее голосовали. И ведь это очень опасно. Мы имеем, так сказать, перед глазами пример законодательного собрания 5-го созыва. Ведь также голосовали. В основном большинство было за Единой Россией. И также дружно голосовали. И в конечном итоге мы оказались вот там, где оказались. И вот сегодня происходит примерно та же самая картинка. То есть ситуация скатывается, на ваш взгляд? На мой взгляд, сегодня нет понимания того, что надо консолидировать сегодня все силы в обществе и направить усилия всех заинтересованных, и должностных лиц, и депутатов в том числе, на то, чтобы решить какие-то конкретные проблемы. Это ваша личная позиция позиция фракции КПРФ? Это моя личная позиция, но она, не думаю, что различается особо с позицией фракции. Но коммунисты как-то будут призывать? Ну, мы постоянно, так сказать, пытаемся выразить свою точку зрения на каждом, так сказать, и комитетах, и ЗАГС-собрании, заседании ЗАГС-собрания. Но, к сожалению, пока плохо удается достучаться до руководства ЗАГС-собрания, хотя есть соответствующее заявление, я думаю, что мы к этому еще придем, поговорим на эту тему. Ну да, нынешний состав ОЗС работает совсем еще немного времени, но было много решений уже таких довольно скандальных, да, вот, в частности, отмена 5 минуток. Отменили ведь 5 минутки? Традиционное выступление. Да, 5 минутки отменили, теперь еще хотят отменить вообще поддержку, пусть самую небольшую материальную поддержку депутатов. И я еще раз говорю, что хотят поставить депутатов ЗАГС-собрания в неравные условия. Потому что много сегодня депутатов, у которых нет серьезного, так сказать, серьезного заработка, доходов каких-то. И они нуждаются, пусть в этой небольшой, но в поддержке. Давайте я поясню, да, о чем идет речь. Накануне этот вопрос обсуждался на заседании комиссии ОЗС по регламенту. Большинством голосов было принято решение об отказе от ежемесячной денежной компенсации расходов, связанных с депутатской деятельностью. Предлагает закомпенсировать только расходы на гостиницы и транспорт, но только депутатам, которые осуществляют полномочия безотрывно от основной работы. А вот депутатам, которые работают на постоянной основе, будет предоставляться служебное помещение, ну и так далее. СМИ уже сообщили о том, что фракция КПРФ против. Да? Ну да, мы считаем, чем что это неправильно. Это неправильный подход, потому что мы все депутаты, мы, так сказать, все должны пользоваться равными условиями. И ведь что значит сегодня депутат? Он должен очень глубоко вникать в каждый вопрос. Для этого нужно время и условия. А сегодня идет какой-то процесс, наоборот, ухудшения условий для работы депутата. Ну, под каким соусом это преподносится? С целью экономии? Да, конечно, с целью экономии. А какие там суммы? Вот сейчас, например, 6 миллионов рублей сегодня вот на комитете, на социальном рассматривался, о том, что во втором чтении, когда бюджет рассматривался, эти деньги якобы нужно отдать детям на спортивные мероприятия. Ага, 6 миллионов высвободится? Да, высвободится от этого и отдать. Кстати, было интересное предложение депутата Сураева, который предлагал, что, ну хорошо, давайте в этой ситуации мы
сделан, принят законопроект, который позволял бы, допустим, депутатам отказываться, тем, кто не желает получать, отказываться от этой поддержки вот в размере этой 10 тысяч рублей, а тем, кто нуждается, они могли бы, так сказать, этим пользоваться. Mm-hmm. Но то есть каждый депутат будет решать сам для себя. Но, однако, тут же выступили с инициативой депутаты от «Единой России», и даже до момента официального вот решения, оно будет состоиться завтра на ЗАГС-собрании, уже было опубликовано в средствах массовой информации, в том числе и в интернете, что депутаты «Единой России», от «Единой России», они отказались. Значит, ну, а поскольку их большинство, это автоматически становится уже как бы понятно. Уже в конечном, да, конечном решении. Да, а вот смотрите, какая, да, интересная ситуация получается. То, с чего вы начали. Вы считаете, что все вы равны, да? Да. Перед избирателями. Это не я считаю. Это в своей речи заявил председатель ЗАГС-собрания, что он будет слушать внимательно, так сказать, учитывать мнение каждого депутата. Но, к сожалению, пока картинка совершенно обратная. А вот смотрите, «Единая Россия» сейчас, видимо, считает, что вы тоже все равны, да, и всех нужно лишать этих выплат. Нет. Ну, понимаете... Дело в чем? Вот есть исполнительная власть, есть законодательная власть, есть судебная власть. И так по Конституции. Причем все эти власти независимы друг от друга, и ну, ни да, одна из этих, ни один из этих уровней власти не должен мешать как бы другому. Сегодня же получается наоборот. Исполнительная власть старается любой ценой сузить возможности законодательной власти, в том числе депутатов, разбираться в конкретике каждого вопроса. А что значит не разбираясь в конкретике? Это значит, просто нужно голосовать с подачи кого-то. Вот с подачи мы и голосуем или не голосуем. А ведь, собственно говоря, я знаю, что во многих субъектах Российской Федерации, ну, во многих, не во многих, но в некоторых, есть депутаты, работают на постоянной основе, на платной основе. То есть они работают полный рабочий день, разбираются с теми, так сказать, вопросами, которые выносятся на заседание, глубоко изучают их. У нас такой возможности сегодня нет. А от качества работы в ЗАГС-собрании зависит очень многое. От того, насколько качественно подготовлен вопрос, насколько исполнительная власть вносит свои вопросы, допустим, на рассмотрение. Могут быть встречные, так сказать, предложения, и они могут отличаться, и в лучшую сторону отличаться, если их хорошо подготовить. У нас этого не происходит, потому что все полагается только на мнение одной партии или исполнительной власти. Ну, давайте напомним слушателям расклад сил, да, политических в нынешнем составе ОЗС. 37 мандатов у «Единой России», 37 из 54-х. У ЛДПР 8 мест, в пятом созыве было 6. У «Справедливой России» 5 мест, было 9. КПРФ тоже потеряла 5 мест по сравнению с прошлым созывом, сейчас у фракции 4. Мандат был 9. Многие говорили о том, что ну, вот, коммунисты выборы как-то не слишком прошли. С чем это связывается? Безусловно, КПРФ, фракция КПРФ, членом которой вы являетесь, претендовала на больший результат. Я по-прежнему убежден, что единственная партия, которая имеет реальную программу выхода из сегодняшнего кризиса, причем быстрый выход, это является КПРФ. Это я, так сказать, убежден по-прежнему. Но почему КПРФ проиграла? Мне кажется, прежде всего, у КПРФ нет сегодня ресурса достаточного. То есть каком ресурсе вы говорите? О финансовом ресурсе, да. То есть у партии практически нет средств сегодня для того, чтобы работать в обществе, где основную, так сказать, роль играют деньги. Без них, собственно говоря, очень сложно решать вопрос. И второе, конечно, на мой взгляд, это уже непосредственно сама вина, я считаю, что самой партии, что низовые партийные организации сегодня КПРФ очень слабы. Они мало оказывают влияние на те ситуации, которые складываются на местах. Само руководство КПРФ мало уделяет внимания этим партийным организациям, и надо перестраиваться. Я уже высказывал свою точку зрения, что если партия и так дальше будет, так сказать, вот эту работу вести, то в следующем выборе ее может просто не быть. Там не за кого будет голосовать. В следующем, какие вы выборы имеете в виду? В следующем году у нас Гордума будет, потом президент. Ну, кто его знает, как это быстро произойдет. Представительные органы. Да, я считаю, что в ЗАГС-собрании следующего созыва может оказаться, что коммунистов там вообще может не быть. Если вот это за 5 лет вот этих никакой подвижки и вовлечения, ведь нужно обновлять партию, мы понимаем, как любое другое. Нужна молодежь, нужны люди профессионально, которые бы работали. И для этого нужно очень много работать. Но, к сожалению, пока вот этой работы я не вижу. И, на мой взгляд, вот эти две основные причины, они сегодня повлияли на ход выборов. Хотя я не называю другие причины, которые тоже можно было бы найти, так сказать, и озвучить. Но я думаю, что прежде всего виновата сама партия.
в этой, так сказать, в этом провале. Вопрос консолидации, вопрос сотрудничества с другими партиями, я имею в виду оппозиционными, коммунистами обсуждался? Да, мы за то, образом уже конечно, мы за то, чтобы, так сказать, консолидировать нас. Сегодня в ЗАГС собрание 17 депутатов. И, в принципе, по большинству вопросов мы голосуем консолидированно. То есть мы понимаем, так сказать, друг друга. И я считаю, что здесь проблем больших не существует. У нас сейчас небольшая пауза, нам нужно прерваться, очень скоро продолжим. И сегодня, напомню, мы слушаем особое мнение Анатолия Чурина, депутата законодательного собрания Кировской области. Анатолий Михайлович, депутатские будни ваши в чем сейчас заключаются? С кем вы работаете? Встречи, ответы на какие-то запросы, вопросы? Ну, вот для понимания. Последние месяцы, они очень были такими насыщенными, потому что ЗАГС собрание начало свою работу с обсуждения и принятия решений, которые очень непопулярны. Это отнимает, так сказать, льготы у тех категорий населения, которые менее всего защищены. Поэтому инвалиды, да, семьи с инвалидами, учителя, компенсации за детский сад, знак педагогической славы, да, все это временная выплата. Да. Поэтому очень много обращений идет. Вот ко мне, в частности, идет очень много обращений от учителей. Я встречаюсь с людьми, разговариваю с ними. Вот сейчас готовлю ответы на те вопросы, которые были поставлены. Поэтому участвую в ряде заседаний комиссий, которые здесь есть, в работе комитетов участвую. Mm-hmm. Поэтому на самом деле работы много. Я не ожидал даже, честно скажу. Что... А вот язык, которым с вами разговаривают люди, общаются, пишут вам, он вот там, насколько негатива-то и обиды некой, горести много, действительно? Ну, горесть тоже есть, но люди просто не понимают, почему. Ведь никто же не объяснил, почему сегодня в Кировской области случилась такая ситуация, когда фактически бюджет, ну, как бы, так сказать, очень, очень критический. А почему? Вы можете объяснить? Ну, я бы сказал, что виноваты, прежде всего, в том, что так сложилось, и власть прошлая, так сказать, которая была исполнительная власть, да. Но в том числе и законодательная власть виновата. Ведь то, что принимались те законопроекты, которые вот, подавались при губернаторе Белых, и который, за которые дружно голосовало ЗАГС собрание, они, собственно говоря, эти стали, так сказать, катализатором того, что произошло. Ну, давайте вспомним, что это конкретно, например. Ну, вот ведь тот бюджет, который принимался, за который голосовали, те займы, которые брали. То, что было год назад, да? Да. Ну, это не только год, это складывалось постепенно, в течение там нескольких лет ведь это все было. И это все накапливалось. И сегодня область оказалась, что в бюджете 27 миллиардов долг. Государственный долг Кировской области. Собственно говоря, уже брать в долг ничего нельзя, потому что лимит практически весь исчерпан. И надо сегодня искать ресурсы, как из этой ситуации выходить. Ну, первое, что сделали, взяли новый кредит в коммерческих банках на 10 миллиардов рублей, поскольку нужно отдавать средства, которые выдавал Минфин. Да, Минфин, который выделял федеральный бюджет. Но мы сегодня слабо понимаем, а вообще федеральный бюджет поддержит Кировскую область в той степени, которую необходимо поддержать. Это пока, так сказать сложно. Но и с другой стороны, нужны такие подходы, которые бы позволили найти какие-то ресурсы. Но вот на сегодня я, честно говоря, слушая выступления, так сказать, и на ЗАГС собрании, и в комитетах, я, честно говоря, не понимаю, за счет чего Кировская область будет выходить из той ситуации, которая сложилась. Я слышал выступление губернатора, который, так сказать, сказал, что вот есть 8 направлений, которые мы будем, как бы, так сказать, вот, развивать. Но какие шаги в этом направлении делаются, и будут ли они делаться, и как это все повлияет, сегодня просчетов таких вот нет. Ведь мы должны понимать, вот есть, как бы, так сказать, дорожная карта. Вот если мы сегодня принимаем такое-то решение, это в конечном итоге выльется в то-то. И тогда нам понятно всем, за что мы голосуем. Пока только на веру вот, вы голосуете, а мы, так сказать, там посмотрим. На педагогах хочется еще сосредоточиться, да, раз уж вы долгое время, да, именно эту отрасль возглавляли. Обидно за педагогов? Ну, обидно вообще за педагогов и обиднее всего за детей. Ведь понимаете, в чем дело? Вот, ну, я не много раз говорил, я горжусь тем, что Кировская область вот за последние там несколько лет она вышла в лидеры, прочно это место заняла, и сегодня любой, так сказать, центральный орган власти там знает, что Кировская область имеет хорошее образование. И вот то, что сегодня образование обрезают, это очень тяжело. Я для себя, например, с большой болью выслушал, когда слушал выступление губернатора, бюджетное послание, ни одного слова не было сказано про образование. Вот про здравоохранение, да, что надо поддерживать, надо развивать, про образование ни одного слова.
Я считаю, что это величайшая, так сказать, извините, ошибка. И нельзя сегодня противопоставлять здравоохранение, образование. Это две отрасли, без которых область жить не сможет. И тем более, имея такую, так сказать, успешную отрасль. Это же, в этом отношении вот Белых понимал. Для него это была некая фишка, которой он всегда, так сказать, гордился, всегда подчеркивал и так далее. Сегодня вообще как бы образование ушло. У него мама преподавает. Ну, может быть, да. Вот. И сегодня образование как бы ушло вообще даже не на второй, не на третий план, вообще неизвестно где. И все урезается и урезается. Вот даже тот самое первое заседание ЗАГС собрания, когда у учителей отняли вот эту доплату за знак педагогического слава, но это же вообще-то смешно, конечно. 250 тысяч рублей в области не нашлось, чтобы отметить лучших учителей. А это, кстати, верная информация, вы-то ведь обладаете, что ежегодно 50 педагогов. Да, ежегодно 50 так было получали. По решению правительства, ежегодно как квота, 50 лучшим учителям по итогам года присваивалось это звание. И они получали доплату в 5 тысяч рублей. А насколько это для учителя важно вот, добиться этого звания? Ну, это действительно такой свет, вот, мне кажется, к которому стремились сегодня, люди? Когда у учителя другого нет, и когда его отмечают как вот успешного учителя, работающего, так сказать, на результат, и дают ему не просто, так сказать, значок, а еще и подкрепляют некой материальной поддержкой, я считаю, что это очень важно. Угу. Это очень важно. И вот отнять у учителя эту, пусть мизерную, как говорится, мизерную, доплату, это, на мой взгляд, очень... Я ошибаюсь, если не ошибаюсь, знак Петслава лично губернатору вручал. Да, лично губернатору. Да? Потому что это награда областная. Mm-hmm. Мы начинали ее с того, что это была награда как бы ведомственная, то есть от департамента образования. Потом правительство сделало ее уже областной наградой, mm-hmm. и вручал ее губернатор, конечно. Mm-hmm. И сегодня вот губернатор эти 5 тысяч рублей отнял. Mm-hmm. Mm-hmm. Может быть, ставить цель в ЗАГС-собрании добиваться... выплаты, добиваться других льгот. Ну, есть мысли, поэтому работа пойдет, конечно, в этом направлении, но сегодня и отрасль обезглавлена, видите, очень тут надо, так сказать, чтобы все это сошлось в одно место, чтобы можно было бы с кем-то работать, обсуждать все это дело, потому что ведь, депутаты не могут смешиваться, как бы, так сказать, сегодня в процесс работы в отрасли, и тут ясно, что нужно взаимодействие с руководством. Ну, давайте, раз уж мы погрузились в тему образования, давайте здесь и останемся. Вы сказали, да, отрасль обезглавлена. Вы имеете в виду отсутствие возглавляющего. Ну, есть сейчас исполняющий обязанности министра, госпожа Рысева. С каким настроением, с какими эмоциями вы услышали и узнали об уходе Александра Михайловича Измайлова? В долгое время вы вместе с ним работали, он был вашим заместителем. После того, как вы ушли с министерского поста, он стал министром образования. Для меня это было полное... Это потеря или не потеря? Полная неожиданность. Ну, конечно. Потеря? Это потеря, да, естественно. Что человек, который знал все и вся в образовании, который, так сказать, был погружен в вопросы, а вдруг его вырывает, так сказать, из контекста, и сегодня вот как бы неизвестно, кто возглавит дальше. Поэтому... Насколько это опасно, вот я уже вам задавал перед началом программы, вот ситуация такого, ситуация неопределенности. Ну, понимаете, идет вот сегодня середина года, сегодня идут все процессы, сегодня, так сказать, надо бы, естественно, работать с коллективом, работать с органами управления, корректировать как-то ту политику, которая сложилась в области, что-то поправить, что-то, так сказать, усилить, может быть, но сегодня это все стоит, это как бы без движения, поэтому, конечно, на мой взгляд, это опасная ситуация. Угу. Причем она опасна-то еще и тем, неизвестно, кто придет, ведь придет человек, который, как сегодня модно говорить о том, что нужно найти эффективного менеджера. А мы знаем, что такое эффективное менеджерство или менеджеры, которые сегодня совершенно не учитывают особенности, так сказать, отрасли, особенности предмета, которыми они занимаются. Это как бы общие подходы. А общие подходы здесь неприемлемы. Ну, как известно, до 5 декабря проходит конкурс. Нет, да? Там, вот я уточнял, там не конкурс, а там просто собирают анкеты от тех, кто желал бы занять это место. Министр образования Кировской области, напомню. Но там они уже поправились теперь, значит, конкурс как бы не конкурса не будет никакого, а будут собирать анкеты, а потом, не знаю, какая комиссия будет определять, кого взять. Я только прочитал вот интервью Рио-губернатора, mm-hmm. который сказал, что нужно найти профессионала и глубоко порядочного человека. Но это как бы... По-другому, наверное, и быть не может. Да, поэтому тут как бы, не знаю, как это все будет. Требования, да, к кандидатам, чтобы было опубликовано высшее педобразование, стаж работы по специальности не менее 7 лет, стаж руководящей работы в сфере образования не менее опыт профессиональной деятельности и так далее и тому подобное. Вы скажите, пожалуйста, Анатолий Михайлович, такие люди вот у нас в регионе есть? Вы же знаете всех. Конечно, есть. Есть такие люди, и вполне можно, так сказать, найти человека, который достойно, так сказать, продолжить всю эту работу. Я не хотел бы сегодня называть, озвучивать каких-то фамилий, потому что
Ну, не хотел бы влиять на эту ситуацию, хотя мы свою позицию уже высказывали, я высказывал в министерстве, и, в общем-то, эту позицию доводили до руководства. Угу. Ну, посмотрим, как отреагируют. Ну, в министерстве такие люди есть, вот, которые сейчас работают? Нет, да. В министерстве таких людей нет. В министерстве нет сейчас. То есть в любом случае это человек из другой структуры. Это да? Человек должен со стороны, да. Со стороны, в смысле, наш местный или... Ну, конечно, брать местного надо человека, обязательно местного руководителя. Но тот человек, который бы поработал в системе образования. Есть такие люди, которые... У нас ведь много очень просвещенцев, которые работают не только сегодня в просвещении, но и в органах исполнительной власти. Да. То есть они достаточно широким кругозором, они понимают, как это строится вся система власти. Поэтому таких людей можно найти. Если бы этот, ну, если бы он в любом случае должен появиться в ближайшее время, если этот человек появится, если он обратится к вам, как человеку с богатым опытом работы в этой сфере, вы согласны будете? Да, никаких проблем. Консультацию, конечно, советы каким-то образом все, что я проследить. Все, что я могу, я, так сказать, без вопросов сделаю. Угу. Было бы желание только у тех, кто придет. Угу. А все остальное без вопросов. А если вариант случится такой, что человек придет из другого региона, из другого крупного города. Ну, что мы, понимаете, что мы уже наблюдаем на других. Все зависит от человека. Какой человек? Может прийти любой человек из другого региона, но этот человек должен быть профессионально подготовлен, он должен понимать, чем он должен заниматься. Я еще раз говорю, что не эффективный менеджер должен быть, а должен человек, который хорошо понимает, так сказать, азы управления, который понимает саму специфику образования, интересы, так сказать, отрасли, и который свои позиции не боится защищать, отстаивать. Вот это очень важно. Вы знаете, новость об уходе Александра Измайлова совпала с появлением другой новости, довольно приятной. Федеральный рейтинг был составлен по количеству дипломов победителей и призеров Всероссийской Олимпиады школьников. В нем было учтено число дипломов в 2016 году в расчете на 100 тысяч человек. Лидер — Москва, далее Мордовия, Санкт-Петербург, Кировская область, показатель почти 4 и 4 место, на 5-м Татарстан. Вот, ну, понимаете, вот зачем в такой ситуации... Я хотел бы несколько сказать, это не является неожиданностью. Дело в том, что несколько... Вот, традиция такая. Да, несколько лет назад, когда проводился такое же примерно, исследование такое же проводилось, Кировская область вообще оказалась на первом месте по количеству победителей российских и международных олимпиад на 100 тысяч населения. Угу. Мы обошли тогда, Москва была на 6-м месте. После нас был Санкт-Петербург, Новосибирск и так далее. И сегодня 4-е место. Я для себя какой вывод делаю? Мы начинаем сдавать позиции, а это опасно. В чем причина? В чем причина? Причина, сдача, мне позиции. Кажется, в том, что сегодня очень серьезный вопрос у нас кадровый, с учителями, проблема кадровая. Это за какой промежуток времени сдача позиции произошла? Ну, вот где-то за последние, допустим, лет 5, наверное. Лет 5. Постепенно, да, мы сдаем эти позиции, так сказать. Так, кадры еще что? И кадры, самое главное. Ну, там много материальных, так сказать, позиций можно. То, что наши школы сегодня требуют ремонта, улучшения, так сказать, обеспечения оборудования соответствующим учебным, там, техническим оснащением. Это все требует, но для этого нужны средства. А сегодня средства, я так понимаю, что правительство в отрасль не собирается особо вкладывать. Нет, совершенно не выделены деньги на капитальный ремонт, на подготовку учреждений к новому учебному году. И, естественно, возникает вопрос, а как со следующего года отрасль начнет работать? Потому что ведь требования надзорных органов, они не изменились. И надо будет вкладываться в любом случае. Так что тут есть соответствующие проблемы. У нас сейчас будет небольшая реклама, скоро мы продолжим нашу беседу. В эфире «Особое мнение». Сегодня это «Особое мнение» Анатолия Чурина, депутата Законодательного собрания Кировской области 6-го созыва, заместителя председателя комитета по социальным вопросам. Хочу вас спросить, Анатолий Михайлович, про председателя, про спикера ОЗС Владимира Быкова, руководителя, как известно, одновременно рекотделения «Единой России». Как он вам в должности? Я не хотел бы комментировать этот вопрос, потому что он председатель, его избрало большинство в ЗАГС собрания, и этим все сказано. И поэтому сегодня комментировать эти вещи нет смысла. Ну, вы голосовали... Я голосовал против. Против голосовали? Да, я голосовал против, так сказать, потому что... Это была позиция фракции? Да, это была позиция фракции, но я еще раз считаю, что раз сегодня председатель избран, он сегодня руководит ЗАГС собранием, и тут вопросов не должно быть. В общем, едем дальше. Едем дальше. Едем с этим шофером. Ну, а как? Так, только так. Два заместителя у него, да? Роман Титов, Герман Гончаров. В прошлом созыве было 4. Ну, по регламенту 4. Владислав Мукасов отказался от этих полномочий. Было 3. 2 достаточно заместителей? Ну, понимаете, там, когда обсуждался вопрос о заместителях, о количестве комитетов, в свое время там их было 8, потом их сделали 6,
Мы конкретно выступали, что не надо сокращать количество комитетов, потому что комитеты оказались очень раздутыми, некоторые комитеты, и они просто, так сказать, трудноуправляемыми. Угу. Нам сказали, что, извините, нужно экономить. И потом следом вдруг сразу появляется когда комиссия, которая непонятно, чем она сегодня будет заниматься, комиссия по этике и так далее. И тут деньги нашлись, как бы. Угу. Вот. Поэтому вот это тоже несколько даже обижает, что, ребята, вы сначала продумайте тогда все до конца, взвесьте все, а потом уже принимайте решения и навязывайте эти решения. А то вот... И поэтому мы голосовали за эти, так сказать, предложения, не голосовали за эти предложения, угу. потому что считаем, что ну, надо быть последовательными, а не просто так вот. Угу. Принимая одно, и потом другое появляется. Прокомментируйте еще, пожалуйста, некоторые высказывания председателя ОЗС, сделанные им еще в начале ноября. Ну, во-первых, заявил, что монополия Единой России – это плюс. Далее цитирую Владимира Васильевича. «Каких-то больших минусов я не вижу, потому что все силы, которые присутствуют сегодня в Заксобрании, имеют право высказать свою точку зрения. Для партии Единой России, которая имеет большинство, это самая большая ответственность. Если мы уж победили и приняли на себя такую важную большую задачу, значит, мы должны более ответственно относиться к решению задач». Вот так он о роли Единой России высказался. Я считаю, что это хорошо. Очень громко сказано, что вот мы тут правильно все делаем. Но если бы это все правильно делалось, и раньше это было правильно делалось, так люди верили, что да, вот Единая Россия, она ведет нас совершенно правильным путем, и никаких вопросов не возникает. Но она ведет нас непонятно куда. Вся эта вот партия «Единая Россия» ведет непонятно куда. Зачем мы идем по этому пути? И поэтому говорить вот таким образом, это слишком самонадеянно. Что это, я считаю, что это из той оперы, что сделать власть вот карманной, законодательную власть карманной. И извините, ребята, не думайте ничего ни о чем. Вы только, так сказать, верьте и голосуйте. Это очень тупиковый путь. На мой взгляд, очень тупиковый путь. Следующее высказывание, наверное, если его принимать на личный счет, то очень можно обидеться. Пожалуй, упрекнул он Владимира Васильевича позицию в недостаточном профессионализме для того, чтобы возглавить комитет ВЗС. Далее опять цитата. Сказал Быков, назовите мне из оппозиции 17 человек, кто мог бы возглавить комитет по бюджету, знак вопроса. Вот так, вот как бюджет знает Владимир Гаврилович Бакин. Наверное, никто его не знает. Ну и так далее и тому подобное. Ну, вот смотрите, он лично вас упрекнул в непрофессионализме. Ну, это, вы так сказать, принимаете на личный пусть, счет? Пусть на его совести будет, я не буду комментировать. Но насчет комитета по... Налогам. По бюджету. По бюджету, да, простите. Я не хочу, так сказать, подвергать сомнению компетенцию Бакина Владимира Гавриловича. Я его знаю очень старейший, давно. Кстати, да, он по образованию, кстати, строитель, начинал еще, так сказать, в обкоме партии руководил строительной отраслью. Вот. Потом он, конечно, продвигался там по лестнице и так далее, и так далее. Но возникает естественный вопрос. Если сегодня Бакин такой профессионал, то есть он разбирается в бюджете, то, будучи председателем этого комитета в прошлом созыве, почему, так сказать, он допустил то, что сегодня произошло? То есть, мало быть, видимо... Вы имеете ситуацию с бюджетом, да, с финансами, да. То есть, это же, он же все ситуации эти знает, знал. То есть, видимо, мало быть профессионалом в этой ситуации. Нужно быть очень последовательным и принципиальным человеком. То есть, я профессионал, я понимаю, что принимает решение, и это решение приведет негативным последствиям, я должен сделать все для того, чтобы остановить. Но ведь со стороны Бакина этого не было. Поэтому сегодня вот в этой ситуации, как никто другой, Бакин тоже виноват, потому что старой администрации нет, а вот он, как старый представитель комитета, он остался. И поэтому сегодня надо оценку бы ему давать, почему область оказалась в такой ситуации. И ему бы надо сказать, что я виноват, я, так сказать, в чем-то хотя бы покаяться, но, извините, каяться никто не кается. Но поэтому Владимир Васильевич, когда говорит о том, что комитет возглавляет профессионал, с одной стороны, оно, так сказать, формально прав. Можно по-разному. Да, формально прав, но с другой стороны, он сам себя подставляет в этой ситуации. Он сам себя подставляет. Поэтому, извините, также дружно могут голосовать и впредь, и в итоге можно оказаться... Но область второго такого уже удара не выдержит просто-напросто. Так что напрасно так он заявляет. Конечно, и, конечно, оскорбляет всех депутатов, что там нет профессионалов и так далее. Это, ну, пусть это лично его будет уже, так сказать. То есть в конечном-то итоге вы считаете, что среди оппозиции есть, да, люди? Конечно, конечно, есть люди. Почему нет людей? Вот, ну, возьмите вот того же Сураева. Василий Куприянович. Да, Василий Куприянович. Человек работал несколько лет. Справедливо. Да. Он хозяйственник, он знает многие проблемы, так сказать, сегодня. Почему бы он не мог возглавить какой-то комитет, я просто не понимаю. Так что тут это слишком натянуто. Слушайте, а вообще принципиально это вот кому возглавлять комитеты? Представитель Единой России, представитель... Понимаете, в чем дело? Тут ведь, видите, когда Государственная Дума, вот помните, делили, да?
президент сказал, что, ребята, ну, позиций стало меньше. Но давайте мы оставим тоже количество комитетов, что и было раньше. И они оставили ровно половину оппозиции, хотя она половину и сократилась. Когда мы выступали здесь, вот когда и говорили, что и дайте нам, то возможно здесь тоже прийти в руководство и так далее. То есть это тоже принципиальный вопрос. Нам этой возможности не дали. Хотя я еще раз подчеркиваю, что Владимир Васильевич заверял, что он будет слышать каждого и, так сказать, реагировать на все те замечания, которые высказывает оппозиция. Но, к сожалению, вот это... А слышать каждого это как? Вот в вашем понимании, можно прийти к нему лично о чем-то побеседовать? Не знаю. Ну, наверное, можно. Или в зале заседаний как-то, конечно, выступить? Да, и в зале заседания. Какую форму сотрудничества он имеет в виду? Здесь формы могут быть разные. Ведь желание есть, если человека посоветоваться, он всегда может прийти, пригласить, так сказать, или найти другие какие-то формы, и спросить точку зрения, мнение, почему так и так далее. То есть это много таких различных подходов. Поэтому тут как бы зацикливаться на каком-то одном нельзя, наверное, просто. И тогда бы, да, но самое-то главное даже не в этом. Главное ведь, понимаете, мы остро чувствуем, как относится, допустим, к оппозиции, то руководство ЗАГС Собрания, и как относится к партии «Единая Россия». То есть мы вроде сидим в одном зале, а отношения совершенно разные. На вас как-то холодком веет, да? Да не то чтобы холодком, а то, что мы сегодня сидим как тот довесок, который, ну, ничего не решает. Довесок. Вот в чем беда. Ясно. У нас остается буквально 5 минут до конца вашего особого мнения. Мне хотелось бы все-таки интересоваться происходящим в правительстве. Стремительно, да, все изменилось за последние несколько месяцев. Я имею в виду огромное количество людей, которые уже не возглавляют всевозможные ведомства, министерства. А с этими людьми вам ведь пришлось работать на протяжении долгого времени. Вот вы опять-таки с какими эмоциями воспринимаете все эти уходы, приход новых руководителей? Честно говоря, не понимаю вот этой позиции, которую, так сказать, в отношении кадров сегодня проводит правительство. Я могу с уверенностью сказать, что большинство из тех, кто работал, это были профессионалы, это люди, которые понимали задачи своей отрасли, которые умели реализовать эти задачи, довести их до логического завершения. И вдруг сегодня от этих профессионалов освобождается. Причем освобождается не самым, так сказать, справедливым образом. И это вызывает. Я уже говорил и вот рассказываю, что, ребята, если вы освобождаете людей, ну хотя бы вы объяснили, почему вы их освобождаете, за что. Вот. И ни к чему хорошему это не приведет. Вот вы помните, наверное, начиналась перестройка в медицине. Пришла Мария Гайдар, поменяли всех главных врачей, так сказать. Один раз, потом еще раз пришел Матвеев, еще раз поменяли. Теперь та же самая ситуация. Но это же ведь, понимаете, каждый руководитель приходит, он начинает, как эффективный менеджер, начинает освобождаться от части. И, как правило, попадает под эту раздачу самые профессиональные. То есть коллективы профессионалов распадаются. И сегодня ведь в медицине лучше не стало. Я вот только что столкнулся о том, как работает наше медицинское учреждение. Знаете, ну, впечатление удручающее, честно скажу. И поэтому вот эта чехарда с кадрами... По личному вопросу. Да, это у меня личный вопрос. Впечатление удручающее. То есть чехарда с кадрами, она приводит к тому, что мы теряем профессионализм, профессиональные коллективы. Ведь профессиональный коллектив создать очень сложно. Это целая проблема. Он создается годами, а разрушить его очень быстро. Поэтому я против вот этого такого, так сказать, подхода, вольного подхода к кадрам, и считаю, что это большая ошибка правительства. Ну, а то, что вот правительство уже сделало, да, на первых порах своего, новое правительство, ну, оно, видимо, еще продолжит формироваться. Ну, конечно, да. Как к этому относитесь? Вот уже понятен для вас вектор некий, куда мы идем? Ну, пока сказать сложно, куда мы идем. Вот, честно говоря, не знаю, куда мы идем, за что мы будем цепляться. Я говорил, что губернатор обозначил 8 направлений. Как эти направления будут сегодня решаться? Какие подходы есть? Какие, так сказать, задумки? Я, честно говоря, не могу пока прокомментировать. Хорошо, 3 минуты у нас остается. Давайте так вот блиц, Анатолий Михайлович, устроим по темам, вот таким конкретным темам, которые в последнее время волнуют жителей города и области. Проезд в общественном транспорте. Перевозчики требуют резко поднять, до 30-35 рублей. Это очень опасный путь. Вы как депутат? Я считаю, что это делать нельзя сегодня. Население, так сказать, теряет доходы. Конкретные обращения есть? Доходы сокращаются. Ну, ко мне лично не было, но я знаю, что, так сказать, ситуация тяжелая, потому что и правительство за 3 года не обещает не повышать ни зарплату, ничего. Ну вот ветераны обратились к ВРИО с просьбой не допустить такого резкого подражания. Поэтому я думаю, что этого делать нельзя. Это бьет, опять же, по простому человеку. Так что точка здесь однозначная.
Еще две темы, которые, да, обсуждение которых с подачи, опять-таки, губернатора развернулось. Период с 3 часов. Ну, понимаете... Давайте на час жить вперед Москвы. Бытует, так, ну, так сказать, есть такие, может быть, мнения. Но в свое время, когда это делалось, вот я помню хорошо, как область переходила на вот новый... На московское время. Да, на московское время. И переходили почему? Было очень неудобно. Все, что передачи шли по центральному телевидению, они все, так сказать, уходили в позднее так время, и население было очень неудобно. Тогда население единогласно проголосовало «за». Сегодня предлагается другой вариант. То есть тут надо, наверное, не просто вот как сейчас пошли регионы, каждый себя устанавливает, то все равно на уровне государства рассматривать эту проблему. И тогда очень, ну, подходить взвешенно, чтобы не было разрывов и так далее. Потому что очень будет неудобно, опять же, снова для того же простого человека. В общем, вы за то, вы как простой человек, за то, да, чтобы... Я что, пока не трогали, пока не трогали. Ну, еще один вопрос, тоже на слуху, о чем сказал в Рио губернатор, возможно, к этому стоит вернуться, я имею в виду наименование нашего города. Ну, это вообще уже непонятно для чего, потому что я думаю, что это не первостепенная задача, да и она вообще не стоит сегодня перед Кировской областью и городом Киров. В свое время население четко выразило свое отношение к этой проблеме. Вы имеете в виду референдум? Да, референдум. Состоявшийся в 90-м... Поэтому... В 90-м году, где 90-е годы. И поэтому сегодня возвращаться снова к этому, будоражить население, будоражить тех, кто живет здесь, совершенно не понимает для чего. Вот у нас столько проблем, столько вопросов, и это еще затевать, то это значит уводить опять же совершенно в другую сторону. На этом истекло наше время, без 15:02 на часах. Я благодарю гостя особого мнения Анатолия Чурина, депутата законодательного собрания Кировской области 6-го созыва, зампредседателя комитета по социальным вопросам. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое. Всего доброго.